Избирательный пункт в санатории «Самарский» появился благодаря увеличению численности жителей Кировского района. Сейчас это один из самых востребованных участков. Отдать свой голос сюда приходят жители города и его первые лица. Мы выбираем на очередные 5 лет, чтобы регион развивался лучше. Поэтому я призываю всех прийти, отдать свой голос. И, естественно, будем точно понимать, что регион будет идти дальше. И от этого зависит благополучие именно всех живущих самарцев. С 8 часов утра по всей Самаре работают избирательные пункты. В предстоящие выходные дни жители города не просто отдают свой голос, они выбирают, каким хотят видеть будущее региона. Мне кажется, в нынешней ситуации, в данное время в нашей стране мы выбираем будущее. Будущее наших детей, будущее нашей страны. И выбор каждого из нас, безусловно, важен. И мы все вместе маленькие крупинки, которые в целом создадим что-то новое, новое будущее. И оно всегда будет светлым, лучшим для всех нас. По словам председателя избирательной участковой комиссии, которая базируется в санатории Самарском, первый день выборов в пункте прошел в спокойном режиме. Явка ожидается высокой, потому что на участке много желающих проголосовать. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События.